Поселок Витязева, гостевой дом «Антураж», телефонные номера напрямую. Добрый день, мои дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязева, и сегодня мы с вами снимем обзор на гостевой дом «Антураж». Мы его уже снимали в прошлом году, в этом году обновляем вашу информацию. Есть главное изменение, там сейчас бассейн с подогревом. Приехать до 10 июня вы сюда можете за 500 рублей с человека. Отдыхать, наслаждаться, ходить на море, купаться – рядышком с моим домом, всю жизнь здесь живу, район великолепный, дорогие мои друзья. Горького 83, адрес у него пересечение с улицы Майора Шамбелиди. И теперь познакомимся поближе с этим гостевым домом. Шикарная парковка здесь есть, где поставить машинку. То есть с этой стороны, с той стороны есть и хороший проход для людей, то есть никто никому мешать не будет. То, когда говорят мало зелени, это не про этот гостевой дом, тут по фасаду насажено ее огромное количество. Территория закрывается, то есть вполне спокойно сможете отпускать своих детей. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Игорь, я управляющий гостевого дома «Антураж». Игорь, приветствую вас. Вот он, бассейн. Очень хороший. И теперь с подогревом. Уже сейчас работает подогрев второй день, да? Ты говорил, уже 23 градуса температура воды будет больше. Также на территории есть места, где можно посидеть, отдохнуть. Есть лежачки, на которые вы можете прилечь и позагорать на солнышке. Ну и вот такие вот великолепные туи, тоже зеленые. Вон дополнительные столики, так сказать, уединиться. И столовая имеется, дорогие друзья, в которой вы можете заказать себе обеды, завтраки. Я два раза пробовал здесь еду, было все очень вкусно. Ценник вы можете увидеть. То есть вполне себе хороший. Пишите ваши отзывы, как вам. Я уверен, что моих подписчиков здесь отдыхало большое количество, поэтому мы сможем от вас как раз-таки и услышать, как вам здесь было в этом гостевом доме. Есть вот такая вот детская зона. Сидят родители, детки играются, есть батут, на котором можно попрыгать. Ну и по территории все. Теперь я думаю, что мы перейдем к номерам. Покажем вам возможность размещения. Здесь, повторяю, 500 рублей, сейчас можно приехать. Красивая территория, подогреваемый бассейн, есть где покушать. Пойдемте смотреть. Один из самых интересных номеров, которые очень хвалят мои подписчики, это вот этот. У них отдельный свой вход. Здесь есть своя зона отдыха, диванчики, столик. То есть вышли, посидели. Тут эти вьюны растут, очень красиво, симпатично. И заходим вовнутрь. Размещение здесь до 7 человек. Мы видим два дивана большущих, место для хранения. Шкаф с большим зеркалом, женщины оценят. И такие вот два отдела для хранения. Сплит-система имеется, телевизор, столик, еще один столик. То есть для полного вашего удобства есть практически все. Здесь шкафчик с постельными принадлежностями, холодильник, газовая плита, вытяжка, еще один стол, раковина, набор посуды, нужный вам чайник имеется. И отдельно вход сюда вот еще здесь можно разместиться. То есть диванчик раскладывающийся и кровать. Здесь в этой комнате есть также сплит-система. Телевизор присутствует и санузел. Санузел здесь не маленький, можете увидеть. Есть раковина, унитаз, шкафчик, зеркальце, куда повесить полотенце большого количества людей. И здесь вот такая помывочная зона. То есть сейчас такой номер, если всемером приехать, можно снять за 3,5. А так вообще можно разговаривать, так как у нас июнь не насильно наполнен, конец мая. Поэтому договаривайтесь, торгуйтесь, приезжайте, отдыхайте. Напишите, как вам номер, прям апартаменты такие огромные. Самое важное, друзья, забыл отметить, что в данном гостевом доме 1-2 раза в неделю происходит детская анимация. Заходим в основной корпус. Здесь есть такая вот зона отдыха. Можно посидеть, настольные игры поиграть. И пойдемте посмотрим номера. Номер, который рассчитан до 7 человек. В данный момент времени сюда может приехать, такая большая кухня, ну, минимум 4 человека. То есть за 2000 рублей вы его можете снять. Заходим. С правой стороны у нас место для хранения. Большое зеркало, плечики. Весь место, куда сложить ваши вещи. Дополнительные простыни. Кухонная зона довольно-таки
довольно-таки большая. Есть стол, холодильник, столешница с раковиной, набором посуды, вытяжка, плита. Сплит-система очень большая присутствует. Ну и здесь у нас еще одна зона отдыха с раскладывающимися диванами, кроватками. Если захотели, допустим, шторки открыли, захотели, закрыли, тут окна в пол. И, в принципе, света вам будет больше, чем достаточно. Все зависит от того, насколько вы любите, какое освещение. Телевизор присутствует, такой симпатичный столик. Я впервые, когда, помню, делал обзор, я очень был в восторге от того, как здесь вот эти бамбуковые стебли и для кровати, и для стен использовались. Очень мне это понравилось. Здесь есть еще одна кровать и еще одна кровать. Также самое важное, в этом номере уже есть балкон, потому что мы поднялись на второй этаж. Выходим на балкон. Здесь открывается вот такой вот вид. Есть столик, стульчики, место для сушилки. То есть балкон такой довольно-таки объемный. С этой стороны, кстати, гостевого дома тоже можно парковать транспортные средства. Санузел имеется в этом номере. Унитаз, такая великолепная раковина с деревянными подставками, классно реализована. Есть зеркальце и душевая зона. Красота. Ценовая политика озвучена. Идем в следующий номер. Wi-Fi есть. На этажах есть гладильные доски. Также вот пожарная безопасность, имеются огнетушители. Теперь мы смотрим номера разной категории. Заходим с правой стороны, с места для хранения. Есть дополнительное место для размещения вашего и двухспальная кровать. То есть это двухместный номер с доп-местом. Даже если вы поедете с допом, то здесь можно будет сейчас остановиться за 1000 рублей. У вас будет свой холодильник, телевизор, сплит-система. Также имеется балкон. Ну и ваше доп-место. Ребеночек сможет выйти погулять, а вы сможете за ним наблюдать. Вот настолько удобный этот номер. Как вам? На стенах присутствуют такие вот интересные картины с природой. Место для хранения выглядит вот так. Об этом же номере есть еще и свой санузел, унитаз, раковина, зеркало и душевая. Сейчас мы с вами посмотрим двухместный номер. Но, как и многие заявляют, говорят, если мы вдвоем с подругой хотим приехать или два друга, вот вам, пожалуйста, раздельные добротные такие кровати. Есть вот такой комод, телевизор, холодильник, прикроватные тумбочки, столик, место для хранения, сплит-система, все, что вам может понадобиться, друзья мои. А также имеется вот такой же санузел. Раковина, туалет, зеркальце и зона для купания. Стоимость этого номера сейчас до 10 июня 1000 рублей. Ну, а это шкафчик с одеялком и плечиками. Сейчас мы посмотрим трехместный номер. Заходим у нас с правой стороны. Кроватки две. Односпальная и двухспальная. Есть сплит-система, стол, тумбочки, место для хранения. Здесь у нас вход санузел, холодильник, телевизор. И также есть балкон. Балкон здесь с видом на бассейн. Пусть выходим, стульчик есть у вас и вид на двор. Отсюда даже море можно разглядеть. То есть там номер с видом на море. Поселки Витязева. Раньше, когда этих деревьев не было, строительств никаких не было, здесь вообще был шикарный вид на море. Просто по улице идешь, и отсюда было видно море, друзья. Даже не надо было подниматься на второй этаж. Вот такие вот у меня воспоминания из детства. Санузел выглядит вот так. Унитаз, раковины, зеркало и место для того, чтобы помыться. Место для хранения выглядит вот так. И стоимость этого номера 1500 рублей. Если у вас двое детей или там двое друзей, вы приезжаете на отдых, вам подойдет четырехместный номер. Двуспальная кровать, две раздельных односпальных, есть тумбочка с правой стороны, свой стол, также есть место для хранения, сплит-система, картины, все это входит. Также телевизор, холодильник, дорогие друзья, и шкафчик выглядит вот так вот. Также есть санузел, выглядит он вот так, унитаз, раковина, место для купания. А еще у этого номера есть свой балкон. Заходим, смотрим, пуфик, веревочки, 2000 рублей.
А это трехместный с доп. Местом за 1500 рублей, друзья. Столик, место, где посидеть, такой уютный уголок. Есть шкафчик, есть холодильник, телевизор, сплит-система. Номер довольно-таки большой и цена довольно-таки приятная. Шкафчик у нас выглядит вот так. Кстати, напишите, показывать эти шкафы или нет, что внутри лежит. Интересно вам смотреть. И санузел, друзья. Унитаз, раковина, зеркальце и место для помывки. И еще в этом номере есть балкон. Я, конечно, предвижу хейтеров, которые будут писать: ой, как дорого. Блин, 500 рублей с человека, я не знаю, это дорого или нет. Вот такой вот балкончик, друзья. Тоже с видом на Витязева. Кстати, вот участок мечты Витязева. Забор стоит по периметру, там же люди деревья посадили, ворота, подъезд, а жить там негде. Это как дачка. 1 100 000 в этом месте стоила, даже, я думаю, уже 1,5 миллиона будет за сотку. Представляете, дачка. Это не дачка, а огородик. Если там 6 соток по 1,5 миллиона, это почти 9 лямов. Офигеть. Друзья, ну это прям вообще интересная такая локация. С правой стороны место для хранения, телевизор, стол. Большой, вдруг вы уроки захотите поделать, либо вкусно много есть, любите. Двухспальная кровать и двухъярусная. Я знаю, что есть люди, которые обожают просто двухъярусные кровати. Да, мои зрители. И есть сплит-система, телевизор, ну, все, что вам надо, с холодильником вместе. Санузел в этом номере выглядит вот так. Место для помывки, они, в принципе, все одинаковые. И зеркальце имеется. Также в этом номере есть балкон, который выходит во двор. С видом на бассейн, и, как я говорил, тут можно разглядеть море. Стульчик, две веревочки, полное наполнение, 1500 рублей за четырехместный в таком исполнении. Сейчас мы с вами посмотрим двухкомнатный номер с размещением до 6 человек. Вот такая двухъярусная кроватка имеется, место для хранения, сплит-система, раскладывающийся диванчик, столик, будуарный столик со стульчиком, тумбочка, телевизор. За углом здесь стоит холодильничек. Здесь есть своя кухонная зона, то есть с приготовлением, возможностью пищи, раковина. Вид у нас вот в ту сторону, во двор, место, куда повесить ваши вещи, чайник, набор посуды присутствует. Ну, а также помимо этой комнаты есть и еще одна. Здесь есть тумбочка, место для хранения и вот такая вот лав-зон в красных таких вот цветах, бордовых, наверное, не красные, они не кричащие, такие приятные. Есть вот такой вот шкафчик. Слушайте, ребят, а снять его предлагают за 2000 рублей, если вы приедете сюда на отдых. И еще один шкафчик выглядит вот так. Санузел здесь имеется. Раковина, туалет, зеркальце, помывочная зона. И сейчас, ребята, номер с видом на море. Смотрим. Это 3-й этаж уже. Здесь 2 кровати. 1 двуспальная, 1 односпальная. Есть доп, то есть размещение до 4 человек. С левой стороны шкафчик. Он выглядит вот так. Телевизор, стол, холодильник, сплит-система, прикроватная тумбочка, санузел, раковина, помывочная зона, зеркальце и балкончик. Балкончик, как я вам и сказал, с видом на море. То есть отсюда мы видим морюшку. Причем вид красивый, глазами-то лучше видно. С правой стороны Жураковый марин. То есть место шикарнейшее. С видом вниз на бассейнчик и зону отдыха. Сели на закат, глядите, наслаждайтесь. Великолепно. Стоимость 1500. Приезжайте, ребятки, отдыхайте, наслаждайтесь. Дорогие друзья, будем рады вас видеть. Мы сможем разместить любые компании. Номера на любой вкус. Так что ждем вас в гости. Номер телефона указан на экране. Ну а теперь, дорогие друзья, осталось прогуляться до моря. Хозяева заявляют около 900 метров до пляжа. 10-15 минут. Но все зависит от того, как вы будете ходить. Я скажу, что примерно они правы. Я, в принципе, от своего дома так и хожу. Вот он, сам гостевой дом. В ту сторону есть Пятерочка, магазинчик. Ну, тут
Поблизости магазинов очень много. По прогнозу у нас сегодня самый жаркий день, друзья. И давайте пройдемся по часам. Время 10:57. И мы отправляемся, посмотрим, за сколько доберемся до моря. С левой стороны у нас аквамарин с хорошей прогулочной зоной. Можно, в принципе, перейти дорогу и двигаться там между кустиков. Но здесь, в принципе, тротуар присутствует. У нас остановочка общественного транспорта. 128-я маршрутка. И можете вообще доехать до конечной ее и пойти на дикие пляжи наши отдыхать. Также здесь входила раньше маршрутка, которая возила на Тартугу. Как будет работать это в этом году, я вам не могу сказать. В ту сторону вы можете сесть туда дальше пройти, либо напротив Пятерочки есть остановочка. Высажена зелень. У нас открылся здесь красно-белое магазинчик. Проблем с напитками, разными скидками у вас, в принципе, не будет. Вот у нас уже и за зиму-то люди тоже вышли на прогулочку. Людей, кстати, с каждым днем становится все больше. Ну, пожалуйста, пенный домик. Ну, это мой домик, в котором я всю свою жизнь прожил. Здесь есть аптека. Смотрите, возле дома косят траву. Такой очень вкусный запах. Это, по-моему, ирисы, если не ошибаюсь. Обожаю запах свежескошенной травы. Деревья. Красота, дорогие друзья. В общем, выглядит все просто великолепно. Здесь у нас открылось быстро с пылу с жару можно кафе-бар. Туда дальше у нас должен открыться джаник, но пока еще не работает. Ну и людей у нас еще, ребятки, не так уж и много. Магнит и магнит-косметик появился в этом же у нас месте. То есть магазинов просто невероятное количество. Ну а здесь у нас уже проход непосредственно к морю по бульвару Шардоне. Тенистая, прекрасная аллея. Очень жалко, что убрали здесь лавочки. Было мне, по крайней мере, очень комфортно на них посидеть там в тенечке, когда поднимаешься. Но из-за того, что всякий непонятный контингент собирался, распивались напитки спиртные, их отсюда поубирали. В принципе, я еще не вижу, чтобы здесь мусорки стояли. Все поубирали. Вот так вот. А нет, мусорочки присутствуют, ребята. Слава тебе, Господи, ты уже начал расстраиваться. Думаю, все поменялось. Птички у нас полетели. Здесь надо подрезать кусты. Азимут не спешит это делать, я смотрю. А жалко. Все-таки ухаживать за ними нужно обязательно. Место шикарное, потому что очень большая тень. И гулять здесь можно большим удовольствием. Видите, даже понатягивали сигнальные ленты, чтобы на ступеньки не садились эти всякие выпивающие элементы. Пока двигаемся по тени, 28,7. Температура воздуха. Друзья, здесь вот нижний выход. Вроде будто бывшего аквамарина. С правой стороны у нас еще закрыта столовая, но я думаю, что в скором времени она откроется. Весь гостевой дом Екатерина находится. Тут вот народная тропа. Экономят немного, газон вытоптали. Вот такая печаль, дорогие друзья. Здесь юки растут. Ну, газон не покошен. Ну, говорили, что к 1 мая все будет готово. Видите, у нас в этом году прям печалька чудо. Из-за дождей, которые были в мае, не успевают косить. Эти газоны растут как на дрожжах. Но работы ведутся. Возле моего дома вы видели, что там краски газоны косятся. Выходим на Южное кольцо. Здесь у нас заезд на территорию новых отелей открывается в ту сторону. И поставили шлагбаумчик. Ходит 128 и 114 маршрутка. Здесь по их направлению можно уехать в Анапу, если вдруг вы захотите там прогуляться. Но тут мы попадаем на улицу Светлую. И по прямой уже будем доходить до пляжа через наш Витязевский аквапарк. Как видите, активности мы пока здесь в торговых павильонах не видим никакой. К ходу все-таки у нас сезон ближе к июню будет активно начинаться. День добрый. Так, только что узнал, что к первым числам будет открываться Марсель. В принципе, ждем очень сильно, но по-другому мы здесь, в принципе, отдыхающих видим. Вот они у нас прогуливаются. Вот я сейчас буквально вот 11:11 проболтал 5 минут вот с хозяином Марселя, поговорил там. Поэтому это время вы читаете. Вроде бы немного, но так оно кушается. Здесь, смотри, столовую готовят тоже уже к запуску. Требуются люди. Если что, обращайтесь, приходите на работу. Будут вам очень рады. Все ждет.
того, чтобы сезон начался и больше людей приехали к нам на отдых. А так сколько будет, сколько получится, будем уже смотреть по факту. Здрасте. Это наши люди. Приятно. Даже ничего не озвучил, ничего говорит. Здрасте, Юрий, мы вас узнали. Здесь у нас вот новое здание появилось. Первый этаж будет коммерция, дальше вроде бы как помещение для отдыха детей. Это на территории Огонька. С левой стороны Бригантина. У них есть свой мини-аквапарк. То есть тоже хорошая такая довольно-таки интересная территория. Если где-то отдыхали, я вас жду в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение, мои дорогие, о том, как проходили ваши здесь отдых. Тоже ничего еще не открыто. Прям очень интересно, ребятки. Обычно в это время здесь какая-то движуха есть. Тем более люди ходят-то, но не спешат. По погоде, видите, у нас только разогрелось все. Даже роду еще задерживаются. А бутончики вроде появились, но еще не распускаются. Довески никаких на них уже нету сережек. О, здесь, смотрите, ремонт пошел. Тоже будут готовить к запуску столовую. Самый громкий на этих местах. Человек тут пилит что-то, кафе Дюны тоже еще не готово к открытию. И здесь еще одна столовая. Могу сказать, что подготавливается, видите, отмываются, очищаются. Направо Серебряно-Знойная улица. Мне говорят, Юра, пройдите, покажите, кто ни разу не видели. Там у меня куча обзоров на эту улицу. Смотрите более внимательно. Здесь вот такая вот зона отдыха на улице Светлой появилась, и она довольно-таки привлекательная. С правой стороны огромное количество торговых ролетов, с левой стороны огромное количество торговых ролетов. Самое важное, что здесь работает фонтанчик такой трогательный. Честно, настроение, вот смотришь на людей в шортах, маечках, как-то прям летнее становится. Не правда ли, друзья мои? А как у вас? Мне будет интересно, напишите обязательно. Эх, если бы еще не ветерок, было бы вообще шикарно. Здесь ребята постепенно готовятся открываться, запускаться, гуляют отдыхающие, и все прекрасно. День добрый. Когда открытие? 24-25. Добрый день. Добрый день. Так, ребята, открывается 24-го, и, возможно, мы с вами посмотрим санатории, которые вот детские строятся, тоже подошли. Люди опять немножко по времени провтыкал, ребят, ну вот так вот получается. Я не знаю, как снимать проходы, чтобы показывать вам, сколько здесь идти. Ну, недолгий. Я, честно, всю жизнь ходил. Раньше это считалось самое близкое место для жительства у нас на море. О, а самое главное, смотрите, у нас открыли проход через аквапарк. То есть не по левой стороне надо будет идти, а спокойно заходить вот здесь с правой стороны. И это, на самом деле, очень радует. Потому что красота этого прохода гораздо больше, чем левой стороны. Здесь вот торговые павильончики. Духи, говорят, туда прийти. Славится, даже здесь будет мороженое поставить. Если славится в Анапу, так сказать, неплохо зашло. У нас там ребята с очками уже работают, тоже наши друзья. Аквапарк Олимпия находится, и он тоже готовится, я так понимаю, что к открытию. Ну, здесь, как всегда, снесли дюны нафиг. Ну, здесь не будем наговаривать, потому что здесь был проход без деревьев всегда. Если они лезут вот вправо в левую сторону для расчистки мест, так сказать, под магазины, которые здесь не должно быть, то, в принципе, здесь все в этом плане хорошо. И можно спокойно проходить. Наши дюны – это вообще наша достопримечательность. Я думаю, что вот эти столбы лишние надо убирать, если тут не будет торговли больше никакой. И красота, ребята. Ну, сами можете сравнить, как выглядят пляжи до того, как здесь заборы появляются, и как они выглядят после того, как появляются заборы. То есть пространство огромное, конечно же, съедается. Вот, смотрите, спрятались наши любимые отдыхающие. Вот ветерка сегодня, северо-восток, 12 метров в секунду дует. Поэтому в дюнах можно спокойно найти себе затишье. Будет очень хорошо. С левой стороны выставляется Бригантина. Туда дальше пошли остальные базы отдыха. И вот я очень надеюсь, что все-таки заборы не будут появляться на наших пляжах. Больше с укопом получится справиться.
Потому что, представьте, вот все, и дальше вы уже не пройдете, дальше детские лагеря. Здесь у нас вот с правой стороны тоже детский лагерь стоит за аквамарином. Тоже если перегородит от тех заборов до туда, это будет жуткая картина, конечно. Не хочется в таких местах вообще жить. Хочется, чтобы это было какой-то страшный сон и большое недоразумение. Ну, а тут, видите, с правой стороны бывший аквамарин пляж, теперь нынешний ажур, но все так же называется аквамарин. Те, кто раньше брали с ним, так сказать, его входили в долю, сейчас пока у них такой возможности нет. Не знаю, как это будет работать. Будем, как говорится, следить за этим моментом. Добрый день. Тоже ребята выставляют пляжики. Будет здесь работать и развлекать вас, как говорится. В общем, у нас все будет. Главное, чтобы вы приехали. Ребята отдохнули, эти песочки отовсюду вытряхивают. Что у нас с водорослями? Сейчас под берегом, я вам показывал уже неоднократно, они присутствуют. Ну, в принципе, как и здесь. Мы их наблюдаем. Критично это или нет, решать только вам. Сейчас их просто качает вдоль берега из-за бокового течения, и они дрейфуют. Расстояние от 40 сантиметров до метра. Но это жизнь, в море она присутствует всегда. Один южак, шторм, и их там не останется. Друзья, пока проход вдоль береговой линии у нас полностью свободный. Я надеюсь, что так и останется. Ну и здесь красота и чистота, ребятки. Давайте пощупаем море. 28,7 температура воздуха у моря. Честно, на первый взгляд водичка выглядит такой прохладной. Ну, сейчас зайдем, замерим, как говорится, узнаем все по-честному. Вот и все, ребят, то есть водоросли кончились, дальше море чистейшее, туда дальше еще и невероятный лазурный цвет имеет. Смотрится это просто с вау-эффектом. Красотища. Вам так не кажется? Если кажется, пишите обязательно. Я вот думаю, искупаться, не искупаться, или поспешить сегодня побольше успеть. Ну, хочется в море на самом-то деле. Так, вот температура падает. Ну, время прошло, 18,2, больше не меняется. А 18,2, друзья, это просто невероятная красота. То есть пляжи уже практически все готовы, не хватает только вас. Приезжайте, наслаждайтесь. При этом всем Черноморский, с вами был Юрий Азаровский. Надеюсь, что, в принципе, вам этот видеосюжет понравился. Гостевой дом, ваши отзывы пишите на любой, как говорится, вкус и цвет, плюс бассейн с подогревом. Я думаю, что это большой плюс для тех, кто приезжает к нам на отдых. Да, 18,2, так и не меняется температура, друзья. Я вас крепко всех обнимаю, всех, кто прижимаю. Волна пошла против ветра. Прям интересное появление. И желаю всем всего самого хорошего, светлого и ясного, ребятки. Ну, а сейчас по традиции для вас морешко наше. Вместе с вами ощутим, так сказать, море в Анапе. Это прекрасно. На самом деле, температура воды просто великолепная. Только очень горячий, 28 градусов, это довольно-таки сильная температура. Поэтому люди очень количество накупаются. Ну что, вы готовы? За всех за вас. Невероятно. Вот так вот. В Анапе как раз-таки
минералочку, а вылезать не хочется. Я подальше от берега дошел, тут вообще просто не водичка, а перестал.